чтобы самое главное было. Спасибо. Так, дорогие друзья, как вы думаете, что сейчас будет? Итак, дорогие друзья. Написано, он красивый. Гасите свет! Выключаем свет! Поздравляем Анастасию! А свечки у нас будут гореть? Счастье, здоровье, любить! А, свечки уже все, свет можно включать. Хорошо, давайте свет уже включайте обратно, потому что свечки уже... Свет включите! Свет, дайте нам свет, пожалуйста. Зал. Свет, зал. Ура! Ребята, свет врубите. Можно свет в зале нам вернуть? Андрей, пожалуйста, верните свет нам в зале. Пожалуйста, здесь, чтобы на память его снять, пока его не разрезали еще. Сейчас мы его со всех камер снимем. Он очень красивый, его прямо жалко разрезать, если честно. Я хочу тоже свой небольшой презентик передать Анастасии Жаре. Она была занята. Еще раз поздравляю с твоим праздником. Сегодня твой день. И дай Бог, чтобы ты собирала Кремль. Ура! Спасибо. Вот нам тортик сюда вот прямо. Если можно, пропустите, пожалуйста, нашего видеооператора сейчас. Ты снял еще? Успел? Снял. Отлично. Ну что, можем разрезать уже, Настя, или еще Разрите, нет пока? Нет, ждем нет, еще? Нет. Интрига повисла. Элиус на сцену, Элиус Регул, пожалуйста, он просился. Ну вот, следующего участника Анастасия уже сама объявила. Да, дорогие друзья, я как раз из Осло, из столицы королевства Норвегии. И я счастлив, что именно Анастасия у нас стала прекраснейшей лауреатом Mystic Fashion Fest, который состоялся в Центральном доме туриста России. Вот, благодаря Татьяне Прохоровой, аплодисменты также ей, моей коллеге, блистательной Ларисе Солнечной, замечательному дизайнеру, пятикратному лауреату нашего Подгейфеста. И у меня поэтому волшебный подарок, потому что имя Анастасия это означает воскресенье. В переводе с древнегреческого есть волшебная богиня и сердце Афин. И маленький стих в благодарственном письме.